Компания ОАО «345-й механический завод» города Балашиха, Московская область, основана в 1946 году. Тогда мы еще работали в составе военно-промышленного комплекса. Сейчас это многопрофильное предприятие. Одним из основных направлений, которое является производство и реализация проектов строительства очистных сооружений. Мы работаем на различных объектах производительности от 20 до нескольких тысяч метров кубических в сутки. Основным нашим преимуществом является производство из нержавеющей стали. У нас собственные производственные мощности более 20 тысяч квадратных метров. Используем современное, высококачественное, высокотехнологичное оборудование. Работаем по всей России, от Калининграда до Камчатки. Осуществляем в том числе проектирование, монтаж, поставку, пусконаладку, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию очистных сооружений.